хочу сказать, что это очень хороший пример за ошибиться, да, как я думаю, да. И я хочу передать в первую очередь слово капитану Алексею Анатольевичу Быкову для того, чтобы поздравить от имени экипажа этого замечательного теплохода. Уважаемая Жанна Ивановна, от всей души поздравляю вас с вашей победой, с выигрышем. Желаю вам хорошего настроения, любви, счастья, благополучия. Желаю вам также продолжать путешествовать на судах компании «Созвездие Инбофлота» и от компании нашей, от экипажа теплохода «Некрасов», от меня лично. Пожалуйста, примите этот скромный букет. Очень символично, что год награждения в данный момент происходит именно на этом теплоходе Николая Некрасова, потому что когда-то мы свои первые путешествия совершили именно на этом теплоходе Николая Некрасова. У нас был семейный круиз с детьми. Вот. И, конечно, мечты сбываются. Помимо того, что мы получаем в этих круизах массу впечатлений, тут еще вот такой подарок, который совершенно не ожидал. Спасибо вам большое. И мы, в свою очередь, тоже хотим от своей семьи подарить вам такой небольшой подарок.